Ты спишь. Всем привет, ребята, меня зовут Фласка, и сегодня мы, по всей видимости, будем убегать от какой-то бабайки. Я уже сделала звук немного потише, потому что мне страшно. Вы слышали, окно разбилось? А где я? Я сплю? О нет, оно на английском. Что написано? Переводь! Мне не переводят. Что это был за звук? Мне перевело. Мама, это ты? Или все ли в порядке? А, да, ты в порядке, я спрашиваю. Исследуйте звук. А че у нас много? А почему у меня одно хп? А почему у меня кровать-то у меня майнкрафтерская? Так, ладно. Ну окей, мы... Погодите, это не люди? Нет, это люди. Исследуйте звук. А где звук-то? Мама! Мама! Ни хрена себе! Я описився! А чё так резко-то? Офигеть! Ну, конечно, я ожидал. Спаси маму. Круто! Чё мне делать? В окно прыгать? Я в окно не могу. Ключ. Я взял ключ. Куда мне? Я могу что-то тыкать? Колесо. Я могу крутануть бесплатно. Ну-ка. Проверьте свою удачу! И что мы получаем? Деньги! 50% денег! 50%, что это значит? Да я понял, все, иди в попу. Не нужны мне твои эти колесо фортуны. У меня $100, на что я могу их потратить? Что мне делать? Куда мне идти? Я не понял. С чем я могу взаимодействовать? Ну, наверное, мне вниз. О, ключ. Нифига себе нарисовали, прям тут. Ежедневное бесплатное сердечко. Нужно лайк. А какой лайк? Я уже ставил лайк. Не надо, не надо. Нашла денежку. $1 всего? Открыть, холодос. Ну, алло! А чё холодос не открывается? Капец. Походу, мать холодос на замок поставила. Вот это, конечно, я понимаю, у меня родители. Я могу? Я туда не могу. Алло, холодос открываться будешь? Походу, не будет. Ну и ладно, фиг с ним. Поперли. Кто дверь мою открыл? Куда мне? Это что, 250 стоит? Дополнительная жизнь. Да какая жизнь? Мне и так нормально. Что мне надо? Беги быстрее. 35 рубок. Видя говно, ты осуждаю. Спаси маму. Спаси маму, будь осторожен. Купить наличь. Да куда? Ну, один донат. Можно мне просто поиграть? Вот куда мне идти? О, еще ключ. Слышите, ребята, мне, походу, просто-напросто надо бежать. Ключи подбирать. Безопасно и под светом. Под светом, походу, безопасно, а так небезопасно. Так, окей. Тихо, перевод. Написано было. Алло, оно мне не переводит. Я чувствую, что-то наблюдает за мной из темноты. Я понял. А сейчас буду бежать, меня эта штука будет хавать, да? Верну. Я не знаю, где оно, но мне страшно. Слышите, музыка громкая, дайте потише сделаю. Во. Потише. Нет, я не то сделала потише. Я себя сделала потише. Погоди, надо музыку сделать. Во, нормас. Поперли дальше. А тут бежать так далеко. У меня ручки вспотели моментом. Так, ладно, подбираю. Ага. Мне так еще 24 ключа найти надо. Жестко. Это штука. Вернись в свет. Она за мной, зырьте. Отё, света боимся, да? Вот так каждая бабайка света боится. Слушайте, это неплохо. А тут там ключа не было, прикиньте. Верни в свет. Дядь, алло. Совесть имеет. Мне, знаете, что еще? Мне понимать, как он работает, этот чудик-то, причудик. Погодите, это весь геймплей игры? Где он? Я в свете. Деньги! Деньги, а не деньга! Уху! $106. Я могу туда? Слышь, тут можно еще монету подбирать. Я понял, я по пути могу все грабить. Граблю. Я все грабану. Оно хочет меня съесть! Оно хочет меня съесть! Я вообще, я ни капельки, если чтобы вы понимали, мне ни капельки не было страшно. Я все там подобрала, либо мне еще раз посмотреть. Мало ли где-то что-то не подобрала. Блин, прикиньте, походу все. Ладно, поперли сразу в следующий свет. Я просто еще не знаю, как оно работает. Погодите, у меня $110. А можно фонарь купить? Аккуратно, подбираем. Она там на ой, она там на ой. Слушайте, я не знаю, как она работает. Мне кажется, чем громче вот этот звук. О, там еще паренек бежит. Я не знаю. Но мне кажется, чем громче вот этот звук. Типа, если я не успею за определенное время дойти до сейф-зоны, то мне жопа. Мне так кажется. Оно где-то сзади. Возможно, оно работает. Нифига себе, ты модный с пакетом. Пойдемте. Бегим до. О, опа. Еще дом. Слушайте, а зачем мне деньги-то подбирать? Оно мне надо, либо оно мне не надо. Просто если не надо, зачем мне тратить на это время? Бамс, подобрали, подобрали. Опа! А куда это мы намылились? Долларс, отлично. А там есть еще доллар? Летит, вон, чертила. Пошел в задницу! Меня не трогать! О, кемпинг! А это меня спасет? Да, спасает. Букс? А, господи, баксы. Еще. Опа, долларс есть на базу. Все мне в ручки, бам. Слушайте, тут прям такие приличная большая локация. А куда мне бежать-то? Обратно туда, да? Ну, давайте обратно туда побежим к свету. Я просто не вижу, где свет. Чай, монстрик появится. Все, уж где-то появился. Еще один ключ, и вот тут, смотрите, еще одна мать. А, нифига себе, не заметила. $124 у меня. Бамс. Я могу в тот дом зайти или нет? Бамс-бамс, нормально. Опа, подобрали ключ, отлично. Сколько у нас ключей? 7 из 28. Опа. Не надо, подумай, дядя. Ну, это, конечно, страхолюдина. Слушай, там внутри что-то интересное. Я хочу фонарь купить. Где фонарь взять? Что-то можно взять. А, я застрял! Я застрял! Там
просто очень темно, я вообще ничего не видела. Но оно максимально быстро меня догоняет. Походу, все-таки да, когда вот эти вот сердцебиения прям пипец как участятся. Может быть, слушайте, может быть, я не подбираю эти деньги, я просто не знаю, зачем мне бабки? Зачем мне бабки нужны? Тропы. Темный ток, наличные. А зачем оно мне? Погодите, подарить жизнь. Да кому дарить? Мне подарите. Усиление скорости. Все за рубоксы. А можно не за рубоксы? Можно что-то за доллары купить нормальное такое? А я могу только тропы купить? 500 деньга надо. Нифига себе, ты хочешь меня. Слушайте, я не знаю, давайте попробуем просто сейчас максимально быстро пройти игру, потому что я пока не понимаю, зачем мне баксы-то? О, колесо фортуны. Бамс-то надо. Это надо. Это надо. Что-то у нас бесплатно. Это нас не интересует. Меня только бесплатно интересует. Не буду я на это донатить. Поперли дальше. Там хоть больше ничего нет. Опа, в свет. Опа, дальше. Опа. Выключи вся свет. Неплохо придумали. А неплохо ты это придумал. Вот негодник. Опа, ключ. Походу, чем больше мы с вами бегаем, тем быстрее у нас это. Свет-то мигать-то еще будет периодически. Слышите, неплохо. Усложнение пошло. А тут, кстати, и подбирать даже уже нечего. Фух, я уже думала обратно бежать, потому что свет потух. А он тут, кстати, да, тут тухнет, то нет. А дальше бежать долго. О, какая-то церквюшка спереди. У меня one HP, если я помру, быть вообще не ковтены. А зачем два света? То есть один затухает, там, кстати, что-то горит. Я могу туда добежать в теории? Не, походу не могу, что-то как-то далековато оно нахуй. Тут ключи, походу, или нет? Тут приколы какие-то. Это фонарь. О, возьми. Fails defense. Чё, не понял, почему я ключ не могу взять? Дайте мне ключ. А чё написано-то? Чтобы вы понимали, тут написано, этот ключ ощущается по-другому. В плане по-другому, чё мне делать? Чё, ключ могу взять? Я хочу взять ключ, найдите маму. Так, ладно, попёрли обратно. Мне надо теперь в церковь, да? Бамс, обновились. Обновились, бежим. У меня 143 доллара. И если все, на что я могу тратить деньги, это на тропы, то это полная фигня. Тихо! Аура света спасет меня. Ключ подобрали. Деньга есть? Деньга есть. Кайфу. Все, бежим дальше. Свет вижу, денег нет. Денег не вижу. Ну, чертил, он, походу, где-то сзади был. Ля-ля-ля. Если этот свет потухнет, будет фиаско, братан. Деньга! Куда ты? Ты видишь, я здесь. Здрасте. Деньга, мадам. Свет. Дальше, ключ. Дальше у нас костер. Окей, подбегаем. О, тут деньги есть. Ну, куда ты летишь? Я, господи, с первого раза, кстати, вообще жесть. Так обсветилось, когда его видишь. Ну, сейчас уже нормально, не так стрёмно. Но смотрите, ключ возьми. А почему они готовят ключ? Еще ненормальный, его кушать нельзя. Ну что ж, подбираем ключ, поперли. 11 из 28. Да-да, не лети со мной, не надо. Монетка, монетка мне. О, монетка, еще одна монетка мне. Поперли дальше. Слушайте, а что-то бежать, такое ощущение становится с каждым разом все больше и больше. От одной точки до другой точки. Куда? Я здесь не надо. Не надо это все. Там автомат, там наверняка есть какие-то конфеты. Я хочу конфет. А тут опять донатерская валюта. 251 хп. А вот мне интересно, если я потрачу 250 монет своих долларсов на хп плюс один, то... Слушайте, красный ключ откуда? Откуда красный? Блин, а прикиньте, я что-то пропустила. Если я что-то пропустила, вообще будет не КФТМ. Короче, о чем я говорила? Если я потрачу 250 своих долларов на одно сердечко, я, к примеру, перезайду. То у меня хп остается, либо же нет. Мужики, вы чё? Я не понимаю, что происходит. Как мне монетки подбирать? А, слышите, они меня освещают понемногу, да? Напряженность падает. Напряженность нарастает! Тихо. Все, нормально. Напряженность это ушла. Прикольно придумали, кстати, с этими автоматами. Итак, все, бегим дальше. Бегим отжимания. Не надо. Никого нет. Отличненько. На травку. Не монетки. У меня мало долларов. 158. О, еще один ключ. Неплохо. Нету доллара? Погодите, а почему тут тропинка есть? Ладно, честно, не хочу изучать. Ибо эта штука меня захавает. Я успею. Она уже летит за мной. Черт это. Лысый черт. Все, я в дом. Кто куда, я в дом. В хате мне... Кокоденек. Слушайте, это что такое? Тут мы... Дырка! Дырка с ключом! Или нет? А, это какая-то фигня, господи, декор. Я думала, нифига себе потайную нычку нашла. Ну, конечно, развели, Санечку, развели. Щи! Куда? Я тут не собираюсь. Знаете, в чем прикол? Потому что у меня это... Словит на выходе. О, оттуда хотел появиться. Чертель, а не дядя. Ну, чертельник, вот чертельник.
холодильник, тихо. Бежим дальше. Бежим. Где свет? Я вижу свет в доме. Я бегу в дом. Кстати, там какой-то скелет сидит. А чё дом пустой? Капец, осуждение. Не знает границ. Напряжение сняли, бегим дальше. По всей видимости, на самом деле никакого призрака не существует. Это мои ночные кошмары, и я сплю. Я вам попу ставлю. Наверняка в конце игры так и будет. Кстати, я туда могу. Слушайте, может мне туда? Ну, стрелка ведет сюда. Слушайте, я туда хочу загонять. Поперли. Тут тоже есть свет, значит, тут что-то есть. Тут автоматы с бабосиками. Тут где-то деньги. Опа! Подобрали ключ. Все, погодите, купить 350 машина. Я могу за $350 купить тачку. И тут нужен ключ. Тихо. Блин, дом закрыт, я не могу тут... О, блин, это просто вообще капец. Я чего где-то ключ профукала? Если я где-то профукала ключ, то вообще не прикольно, потому что я пасхалку пропустила целую. А возможно не пасхалку, возможно я что-то более интересное пропустила. Но сколько я бегаю, у меня 13 из 28. Надо уже это как-то ускоряться, а то, я не знаю, вот чисто бегать, собирать ключи и по $1, это честно жестко, мне кажется, очень жестко. Я вижу там на горизонте один ключ. Капец, мне бежать очень долго, а я всего-навсего один ключ сейчас подберу. Осуждаю, я таким, увы, осуждаю. А что? А где всякие пасхалки у нас? Ключ мы взяли. 14 из 28. Какая-то заправка. Там что-то красненькое. Это что такое? Это что? Я нашел череп 1 из 28. Слушайте, ребята, черепа какие-то. ICU говорит мне. Кого там видишь? Погодите, я прибежала. А, господи, я думала, я к дому прибежала. А где деньги-то? Сколько заправок? Нет, свет горит. Свет потух. Напряжение выкал. И так подбираем. А это тачку купить. Блин, меня развели. Жестко развели. Бегаем. Опа, мани. Опа, мани. Там что-то написано. Что-то не все прочитаю. Обслуживание 99 каждые 20 минут. А, понял. Обслуживание какое-то. Свет есть? Свет есть. Найс. Деньги берем. Подбираем ключ какой-то. У меня, короче, синий-красный ключ. Фонарь за 120. Все, найс. Мы все видим, ребят. Это то, что мне надо было давным-давно. Правда, он светит так мерзко прям в глаза. Некомфортно мне как-то. $56 есть, прям дальше, что тут у нас? Слушайте, а он меня должен, типа, как бы хавать? Но если у меня есть фонарь, он же света боится, не? А он садится! Он не бесконечный, слышите? А подзарядить его можно? Капец, я $120 отдала, чтобы он просто взял и сел? Жопа жопная. Но я, кажется, знаю так. Я хотела тактику проверить, ему в лицо прям посветить, но я не успела немножко. Капец. Капец на кафтеме. Давайте проверим. Да, на секунду включаю и все. Напряжение снимается. Ну еще, короче, я вам покажу, как проходить это на изи, ребята. Просто опупение. Мам. Еще один ключ нашла. И у меня череп 1 из 8. Так, что тут у нас из интересного есть? Опа, свет. Напряжение сняли. И, кстати, мы снизу. Понял, мы снизу. Еще один ключ. 16 из 28. Слушайте, неплохо идет. А, вон они, рядом все эти ключи находятся. Вон еще один ключ. Ух, блин. Благо, тут не паркур. Прикиньте, кто-то бы вниз упал, и по новой нужно было бы сюда бежать. Это было бы вообще... Это было бы фиаско, братан. Опа, подобрали. Мы в свете, все хорошо. Опа, быстренько-быстренько пробегаем. Вщау! Плюс один ключ и плюс доллар. Опа, тут так-то приличное расстояние. Сейчас появится чертила недоделанная. Блин, ну фонарь, конечно, меня расстроил за 120. Это офигеть. Это я пол локации прошла и только 100 нафармила, мне кажется. Даже меньше. Наверное, даже меньше. Диван возьмите. А что за диван? Типа, если ты устал бегать, отдохни, посиди. Неплохо придумали, мне нравится. Бегим дальше. Откуда у меня ключи? У меня 2 ключа. Зачем они мне? Нифига себе, в темноте. Мне страшно. Я деньги увидел. Бабс. Бакс забрали. Ему нос слишком. Че это? А что я подняла только что? Это было похоже на фонарь, но это не фонарь. Тут жесть, как темно, ребята. Вообще ничего не видно. Зачем так сделали? Что с шейдерами? Настройте шейдер. Все. Из туннеля мы выходим нормально. Чтобы вы понимали, в туннеле даже мне не помогает. Мой фонарь. Во фонарь придумал. Думали. Капец, я ночью бегаю. Ребята, что-то интересное. Там транспорт. Я хочу потанцевать. Я что, потанцевать не могу, я не понимаю. Ты что, дурачок? Я что, потанцевать не могу? Плюс ключ. О, да. О, да, двигай телом. О, да, двигай телом. Тут что-то сзади было красненькое. Что это такое? Это плюс один череп? Офигеть, мне очередной ключ дали. От чего эти ключи, ребята? Я не понимаю. Зачем столько ключей? Мне 8 ключей осталось обычных наших сюжетных. У меня еще дофига ключей. Куда столько ключей? Тихо добегаю. Он даже не успел появиться. Ха!
Лох! Опа, обновляем. О, тут еще неплохо. Бегим дальше. Я нашел какую-то кнопку. Что она делает? Ее надо зажать, а зачем? Что произошло? Слушайте, вот такие моменты меня пугают. Зачем я нажал на эту кнопку и что эта кнопка делает? Где я вообще? Зачем я на кнопку нажимал? А что это тут такое? А что это тут у нас? Приколы, давай показывай. Ничего нету, прикиньте. Развели. Мы в особняк какой-то пришли. Все, капец, осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, 5 штучек. Все, идем наверняка. Тут, о господи, девка, девка, ты меня напугала. Что это такое? Я играю на пианино. Что из этого произошло, не знаю. Тут, по всей видимости, все, просто-напросто бегаю и ищу. Тут есть комнаты? Где? Я ничего не вижу. Что мне тут надо? Тут везде фотки моей мамы. Не понял. Используйте сердце. Куда? Ну давай используй. Перезапустить. Да в смысле, одно сердечко было? Все, короче, пацаны и милые дамы, это просто трэш, это капец. Я даже не знаю, как от этого дядьки мансить. Вы понимаете, сколько я по времени бежала? Это просто жесть. Это видео так-то, ну коротенькое. Там как бы, ну срезки, подрезки, склейки, все такое. Что за жопа-то? Это просто капец. Все, я в тильте. Ребята, напишите в комментарии, если вы хотите увидеть продолжение. Не забудьте поставить лайк. Чем больше лайков, тем больше вероятность того, что мы это пройдем. Я просто без понятия, что делать с этим монстром в конце, как от него прятаться. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Вот, если вы вдруг играли. Ну, а я на этом с вами буду прощаться. С вами была Фласочка. Всем удачи и пока-пока. Пока.